Так, всем привет! Завтра в Америке День труда. Многие люди празднуют это тем, что приглашают друзей и делают шашлыки, барбекю, что захотят. Вот, мы сегодня тоже пригласили мою сестру с мужем к нам домой на шашлычки. Вот, они маринуют шашлыки, делают, а мы готовим все к шашлыкам. Поэтому вот сзади я сейчас сделаю такой новый рецепторчик, пробую. С фисташками и сушеными абрикосами. Очень интересно. И оливковым маслом. А вот, так что покажу сейчас, что я готовлю. Их снимать не буду, буду просто снимать немножко, потому что я знаю, что они не любят быть тоже на камере, поэтому покажу все приготовление и вот, и наш стол. Поэтому поехали, буду показывать, что я сейчас делаю. Итак, по рецепту он идет просто перемаживается абрикосовым джемом, а я решила, я не люблю сухие, я решила, что я просто сделаю его со сливками взбитыми. Во-первых, он будет смотреться красивенько, а во-вторых, будет более сочным. Поэтому делаю вот такие вот, чтобы он красивенько со стороны смотрелся. Вот. Вот таким. И немножко наверх положить. Так, сейчас покажу, как он выглядит. Смотрите. Ау! Падает. Вот так он выглядит у меня. Вот такой он с орешками. Вот. Так, для красоты возьмем фисташечки. Порежем. Это будет у нас для украшения. Вот такие красивые наши фисташечки. Угу. Так. Для украшения все готово. Следующая наша красавица кукурузка мы хотим приготовить. То есть мы ее сейчас почистим. Намажем ее маслечко, завернем в фольгу и запечем ее на гриле. Будет красавица, вкусница. Так, пришло время покрывать ганашем. Сейчас мы покроем все ганашем. И так. И это будет у нас вкусненький тортик такой. Что ганаш не такой, как бы я хотела по консистенции. Если я купила новые сливки, возможно, дело в них. Какой-то он выглядит не очень красивым. Я бы сказала, даже страшным. Этот ганаш. Ну, ладно. Сливки какие-то похожие. Ужас. Следующий. Нейтан молодец, почистил мне кукурузку. Все, беру просто масло, натерла. И все. И заворачиваю в фольгу. И потом положим наши угли. Будет такая вкуснятина. Угу. Если не представляете. То есть это следующий наш шаг. Наделать вот таких вот куча кукурузок. Потому что нас сегодня будет 7 человек. Так, вот заготовочка наша есть уже, все, кукурузка наша готова. Следующее. Следующее. Я очень люблю быстрые блюда, которые я могу сделать заранее, для того, чтобы не тратить много времени на еду, ну, на готовку ее. Но было вкусно и полезно, самое главное. Вот, поэтому одно из, это то, что я сделала вчера. Брюссельская капуста, порезанная пополам. Оливковое масло, специи, чеснок и немножко бальзамического уксуса для кислиночки. Все, я это вчера замариновала. Сегодня я просто это открою. Высыплю все в мою красивую мисочку. И запеку это все в духовочке. Так что это будет выглядеть очень красивенько. Вкусненько, полезненько. И
И быстро. Самое главное, не тратить много времени на еду. Смотрите, какая красота получилась. Ярко, красиво, потом она запечется. Я две соли сделала. Обычная соль и соль с красным перцем, чтобы она для немножечко остроты была. Следующее быстрое, вкусное и полезное блюдо – это вот это. Я вчера почистила, порезала и положила просто в пакет на сегодня. Это красная сладкая картошка. Я ее сделаю в двух вариантах. Один противень у меня будет просто с оливковым маслом и солью, а второе оливковое масло, паприка и чеснок и соль. То есть у меня будет два вот таких вот варианта. Это картошки, ее все любят, потому что она получается как чипсы. И плюс полезно. Вот такая красотища у меня получилась. Вот это с чесноком, паприкой, оливковое масло, соль. Вот сюда я решила базилик посыпать. Здесь оливковое масло, соль и базилик, и все, больше ничего. И вот стоит. То есть получается, потом я все это сразу запихну в духовку. И пока будет мясо готовиться, я приготовлю вот это блюдо. Следующее, это я замариновала вчера грибочки, вот в этом соусе, с кунжутных семечек. Все со вчерашнего они стояли, сегодня мы их просто положим на угли, и будет вкусненько. Эту красоту мой сын нашел на интернете. Получается, маленькие помидорочки в оливковом масле, соль, перец, лук, шалот. Все перемешивается, запекается в духовке, да, почти полуготовности, потом сбрызгивается уксусом, и когда оно горячее, ложится буррата и песто, и все, и потом хлебушком, который мой на заквасочке, я сделаю тостики из них, и мы будем просто макать и кушать со всем вместе. Вот, потом покажу готовый результат. Ручки готовящие, угу. Красоту. Надо заснять. Стол уже почти накрыт. Уже многое почти готово. Пойдем посмотрим, что они делают на улице. Так, все на уголечках. Других уголечках. Кукурузка. Праздник идет. Мужики шашлыки делают. Класс. Пошла я дальше печь, потому что в духовке горит картошка. Сниму красоту, красоту. Вот что получилось у нас. Да. Ой. О, шашлычки какие. Красота. И бурата. Да, Нейтан? Да. А кукурузка. Красиво. Очень, очень. Все. Все. Смотрите, какой стол шикарный. Спасибо. Салфеточки на огне. Музычка играет. Покушали и решили после тортика пойти выходить шажочки, выходить всю нашу еду. Вот, провести вот так вот классное время. У нас тут 8 минут от нашего дома. Вот такая красота. Вот такая река шикарная. Вот, летом она вот высыхает, а потом, потому что это горная речка. Зимой она очень широкая, очень бурная. Вот, и вот мы решили пройтись, переварить нашу всю еду, которую мы наели сегодня очень. После этого мы обязательно пойдем домой, хотим, и посмотреть фильм «Не может быть». Оказывается, Юра никогда не видел этот фильм. Вот, поэтому мы пойдем и всей семьей посмотрим этот старый советский классную комедию. Вот, и проведем классно с семьей время за чашечкой еще одной чая. Тортик был очень вкусный, это новый рецепт. Всем очень понравился, очень классный. Вот. Вот в такой красоте мы живем. За это мы обожаем место, где мы живем, наш дом. Потому что, представляете, иметь такую красоту всего лишь 8 минут от дома.
солнце садится, такая золотое там, да? Деревья золотые, класс. Зимой вот это все будет закрыто. Видите, как вымыто водой, потому что зимой здесь вода намного выше. Кто балдеет, а? Кому хорошо? Ну-ну-ну, ты мокрая, не подойди ко мне. Не садись. Я могу палкой ее кинуть? Да, не надо, не надо. Там еще одна уточка балдеет. Где там? Где стихи? Вон есть там и рядом вторая. Красавица. Не жизнь, а малина у собаки. Да что ж ты не угомонись? Красота здесь повесили, видите, какие молодцы. Рыбка, которая водится в этой речке. А какая хорошая, какая нет. Кому можно кушать, кому нет. Вот женщина от 18 до 49 лет и дети от 1 до 17. Оказывается, нельзя кушать черного баса. Вот, бас, не знаю по-русски. Black bass. Вот, видите, прикольно, что какие можно, какие нельзя. Зеленое — это очень хорошо. Потом они сделали, сколько нужно кушать взрослому, сколько нужно ребенку. Молодцы, сразу просветили всех здесь. А, хочу вам показать, видите, заброшенное место, почти нет людей, туалеты. Это не перестаю восхищаться, чего нету все-таки в постсоветских странах. Вот такие чистенькие, туалетная бумага, на сидушечки бумажные на туалет, все. Кто моет, что делает. Вот такая вот чистота, ничего не воняет. И нигде не нужно гадить и садиться под кустик, и ничего не нужно этого делать. В этом мое восхищение Америки. Куда бы ты ни зашел, куда бы ты ни забрел, везде будет чистенький туалет. Ну, в некоторых, если много очень людей, может иметь запах. Но в основном все равно очень все чисто. Такого, как в России и на Украине, не найдешь. Так что вот так. Теперь 2 на 5. Нет, он не открыл еще. Не, я имею в виду, у него уже все открыто. Открывайся. Ну да, кто-то открывается. Уже некуда. О, Нейтан открывается. Нет, не открывается. Не открывайся. Открывайся, Нейтан. Нейтан не открывается. Не надо, не надо еще. Следующий раз. Следующий раз. Откроешься, когда у тебя будет маленькая. У тебя же там фишки. Ты все равно не выезжаешь. Ну что, наковыряла себе маленькую. Наковыряла. Вот так. Видишь? Могу. Зелененькую себе позволить. Ой, опять шестерка. И опять этот колбок. Поменяй на семерку. Да, праздник отгуляли. Хорошо посидели. 10 вечера. Все разошлись. В игры поиграли. Поход походили. Все хорошо провели. Поэтому так. Спасибо, что были с нами.